Книга «Открытым оком», том 7, тема «Вера», вопрос 1830. Святые, как их принято называть, имели прозрительность, но во всем ли? Они уже ничему не удивлялись, когда тайна какая открывалась им? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ничего подобного, даже самое простое. Встречный назвал его по имени, и он уже в обморок готов упасть. «Да, это сегодня тебе у вокзала, любая цыганка выложит за наличные». Вот почему этих пустынников так легко дьявол уловлял и играл ими, как хотел, насмехался над ними. Матфея, 24 глава, 4 и 24 стихи. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Мария Египетская. День памяти, 1 апреля. Кавычки открыты. Страх и ужас объял Зосиму, когда он услышал свое имя из уст той, которая никогда его не видала и о нем ничего не слыхала. «Божий дар на тебе проявляется больше, чем на других. Ты никогда не видала меня, но называешь меня по имени и знаешь мой сан иерея. Посему лучше ты меня благослови ради Бога и преподай свою святую молитву». Кавычки закрыты. Феодосий Великий. День памяти, 11 января. Кавычки открыты. Он пошел к нему, и когда был близ толпа, то услышал голос преподобного. Кавычки открыты. «Добрый пришел ты, человек Божий Феодосий». Кавычки закрыты. Услышав, что его назвал по имени тот, который никогда не видел его и не знал, Феодосий удивился и, упав на колено, поклонился прозорливому отцу. Святой Симеон, память которого празднуется 1 сентября, проводил отшельническую жизнь, исполненную поста и молитвы, на особом столпе. Это был особенно трудный, высший вид христианского подвижничества, начало которому было положено святым Симеоном. Кавычки закрыты. Перворожденный сумрачный хаос, отвсюду пасть оскалит страх стоземный, как будто кто-то мстительный и гневный здесь проклял все и смерти в дар принес. Там, наверху горы сорокодневной, был искушаем дьяволом Христос, и все окрест, стада голодных коз и бедуин, все дышит былью древней. Над мертвым морем дикий серый прах, ужасны горы павшей Иудеи, тропинки вьются в каменных горах, и кажется, что здесь они, как змеи, повысосали кровь и сок земли, и сами сдохли в прахе и пыли. Александр Митрофанович Федоров.